Закон не гарантирует обеда, хотя гарантирует обеденный перерыв. Веслав Грудинский, польский сатирик. Добрый вечер. Вас приветствует информационно-аналитическая программа «Саратовский расклад» в студии Владимир Спирягин. Сегодня в нашей программе. Законодательная лихорадка в областной думе. За 3 месяца до выборов депутаты пытаются принять все мыслимые и немыслимые законы. 7 бед, 1 бюджет. При миллиардных долгах Саратовской губернии продолжают скупать за бесценок ликвидные предприятия. Интимная сторона выборов. Откровение саратовского политтехнолога. Куда уехал цирк? Конфиденциальная информация о клоунах на букву М. Но начнем мы нашу программу, как всегда, с обзора самых главных политических событий последних дней. Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами. Скорее всего, именно такого принципа придерживались некоторые политические деятели, почтившие вниманием Саратовскую губернию на прошлой неделе. Думается, что одновременный визит в область эмиссара полпреда Кириенко Любови Глебовой, представлявшей интересы федеральной власти, а также Вячеслава Володина и других саратовских депутатов в Госдуме, отнюдь не были случайными. Впереди выборы в областную думу. Поэтому, скорее всего, все наши персонажи съехались в Саратов именно для того, чтобы решить проблему. Кому деньги, а кому стулья? А главное, когда? Думается, в решении этой проблемы им помог губернатор Аяцков, уже давно решивший про себя все эти 3 вопроса. По результатам всех переговоров можно предположить, что в Саратове состоялось именно то, что мы именуем сегодня модным словечком «консенсус». Однако не факт, что все участники данного словесного соглашения будут до конца соблюдать правила игры. И еще один важный итог визита госпожи Глебовой. При ее участии состоялось очередное примирение губернатора с мэром города Саратова. Информированный источник утверждает, что инициатива прекратить политические распри принадлежит полпреду президента в нашем федеральном округе Сергею Кириенко. Примирение состоялось пока только на словах. Однако худой мир все равно лучше доброй ссоры. Хочется надеяться, что новые верные отключения электричества Саратову больше не грозят. А тем временем до новых выборов в Саратовскую областную думу депутатам осталось провести всего 2 плановых заседания. Может быть, именно поэтому наши законотворцы словно проснулись от многолетней спячки и бросились перепахивать безбрежные просторы местной законодательной нивы. Иначе чем объяснить появление на свет Божий такого количества постановлений и проектов законов, которые появляются сегодня в здании за Столыпина? Если изучить некоторые из них, то поневоле закрадывается мысль, что некоторые из народных избранников уже начали свою избирательную кампанию, лоббируя в Думе весьма популистские законодательные акты. Например, запрет утилизации лома цветных металлов или государственное регулирование цен на лекарственные препараты, против которого когда-то выступали те же Мальцев и Чистяков. Сегодня же уже секретарь областной Думы Мальцев не возражает против включения данного вопроса в ближайшую повестку дня. Такими же фееричными выглядят закон о запрещении на территории области рекламы табачной и алкогольной продукции и выход в Государственную Думу с законодательной инициативой о запрете рекламы алкоголя и табака на всей территории Российской Федерации. Конечно же, с самого детства мы все помним дежурную фразу, что Минздрав предупреждает. Однако пожелает в этом году тот же Александр Розенбаум вновь прокатиться по городам и весям России с концертным туром под эгидой табачного концерта «Золотая Ява» и прокатится, потому что закон о запрете рекламы табака, как бы он ни был хорош, все равно противоречит хотя бы тому же антимонопольному законодательству. А вот еще один законопроект, готовящийся сегодня в недрах Думы, скорее всего, вызовет бурю негодования в компаниях, занимающихся на территории области продвижением сотовой связи. Если этот закон будет принят, то компаниям-монополистам, получающим суперприбыли со своего бизнеса, по всей видимости, придется раскошеливаться в пользу областной казны за воздействие на окружающую среду. Из других инициатив стоит выделить еще 2 закона, готовящихся законодательной фирмой Чуриков, Мальцев и компания.
Эти инициативы уже нельзя отнести к категории легковесных. Это закон о гласности, в том числе при принятии бюджета всех уровней, отчете в средствах массовой информации о расходовании бюджета, отчете об использовании собственности и земли органами государственной власти и местного самоуправления, а также закон об отзыве избранных должностных лиц и депутатов органов государственной власти и местного самоуправления. Замечу, что в новом законе речь идет не только о мэрах городов, но и о губернаторе. Если оба эти закона будут приняты, то нам не только представится возможность узнать побольше о бренных потребностях некоторых наших высокопоставленных чиновников, но и наблюдать их позорное изгнание с политического Олимпа и, возможно, предание в руки правосудия, что, конечно, менее вероятно. Словом, наступит полная благодать. Жаль только, что депутаты заболели законодательной лихорадкой лишь накануне выборов. Как я уже сказал, закон о гласности пока еще находится на стадии разработки. Мы не будем дожидаться, когда же его, наконец, примут, и приведем в нашей программе некоторые цифры, которые навряд ли когда-либо попадут в официальную прессу. По крайней мере, в ближайшее время. Согласно отчету о социально-экономическом положении Саратовской области в 2001 году и первом квартале текущего года, уровень жизни нашего населения был ниже среднего уровня жизни населения России и характеризовался следующими показателями. Особо следует отметить, что 32,4% населения области имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. А теперь настала пора озвучить и некоторые другие цифры. Речь идет о внутриобластной кредиторской задолженности. Предприятию АО «Саратовэнерго» долг бюджета области на 1 апреля 2002 года сложился в сумме 2 миллиарда 200 миллионов рублей и возрос с начала года на 405 миллионов рублей. Долг ООО «Саратоврегионгаз» 561 миллион 300 тысяч рублей. И он возрос с начала года на 64 миллиона 800 тысяч рублей. Согласно информации службы судебных приставов, областное правительство обязано выплатить денежные средства в размере 150 миллионов 100 тысяч рублей и уплатить проценты за пользование денежными средствами на момент исполнения решения суда. Из них долг перед КБ «Мостбанк», АБ «Инкомбанк», ОАО «Альфа-банк», ООО «Трейд Финанс». Таким образом, сумма кредиторской задолженности сопоставима с размером областного бюджета на 2002 год. Эта сумма составляет 8 миллиардов 246 миллионов 500 тысяч рублей. Главным распорядителем бюджета представлено право направлять не более 20% годовых бюджетных назначений по статьям экономической классификации на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2002 года. Недоимка по налоговым платежам в территориальный бюджет около 1 миллиарда рублей. Из всего этого можно сделать один простой вывод. На нынешний день ресурсов для погашения долгов у нашей области просто нет. Вот горшок пустой, вот бюджет пустой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Политику затягивания поясов громче всех одобряют те, кто носит подтяжки. Если у тебя, как говорится, какая-нибудь программа. Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. У меня в руках проект постановления правительства области, который вскоре будет внесен на рассмотрение и утверждение в областную думу. Этот документ представляет собой прогнозный план приватизации государственного имущества Саратовской области на 2002 год. Итак, что предполагается приватизировать? Не буду перечислять все 11 объектов приватизации. Обращу ваше внимание лишь на некоторые из них. Приватизации обычно подлежат под предприятия, находящиеся на грани банкротства. Может ли к таковым относиться хорошо всем известная ГУП
Михайловская птицефабрика, чьей продукцией забиты все прилавки. Кстати, остаточная стоимость этого предприятия будет составлять 100 982 тысячи рублей. А вот новому хозяину ГУП «Саратовская медтехника» повезет больше. Покупка обойдется ему лишь в 1 миллион 406 тысяч рублей. ОГУП «Средний Волжский элеватор спецстрой» будет продано чуть дороже, за 2 миллиона 388 тысяч 400 рублей. А вот объект, который при желании может купить любой саратовец, это база отдыха «Рассвет», находящаяся в Саратовском районе. Ее остаточная стоимость 3600 рублей. Среди других объектов, подлежащих приватизации, следует выделить памятник историко-культурного наследия, особняк Мамина, находящийся в городе Балаково, и саратовский памятник художественных ремесел, саратовская гармошка, остаточная стоимость которого вообще равна нулю. О том, кто все это приобретет, вслух говорить мы сегодня не будем, подождем закона о гласности. И что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Мы продолжаем программу. Познакомиться с последними новостями саратовской прессы вам предлагает пресс-модель Вероника Васильева. Человек, который ничего не читает, образованнее того, кто не читает ничего, кроме газет. Вас приветствует пресс-модель «Саратовского расклада». Увлекательнейшее занятие — политическая журналистика. И по древности не уступает хорошо всем известной профессии. А уж всевозможных политобозревателей, способных раздуть из мухи слона, в Саратове пруд пруди. Если уцепятся за какую-то тему, то их от этой темы за уши не оттащишь. Уже осталось лишь в воспоминаниях недавняя ссора губернатора Аяцкого и мэра Аксененко, а некоторые газеты словно не заметили этого и продолжают пикироваться, но уже между собой. Не так давно, например, газета «Настоящий Саратов» в лице профессора Сергея Борзилова и журналиста Алексея Пчелинцева осмелилась выступить не против кого-нибудь, а грозного секретаря Совбеза, вице-губернатора Мирошина, проявившего, как известно, особую активность в политических игрищах новейшего времени. Не прошло и нескольких дней, как с противоположного фланга выстрелила другая газета «Саратовские вести», которую устами доселе неизвестного автора быстренько поменяла белое на черное, нарисовала копыта одним и прорезала ангельские крылышки у других. Мол, незаслуженно очерняет господин Мирошин городские мастера черного пиара. И тут же очень незатейливо очернила самих мастеров. Ваша пресс-модель рекомендует читать подобные политические опусы на ночь. Это очень хорошо заменяет снотворное. Вообще, вера в то, что глупцы думают, это самая опасная форма оптимизма. Ну а считать всех своих читателей глупцами – это верх беспечности и самоуверенности. Так газета «Саратов СП» поместила на первой странице такое угрожающее свой адрес письмо, что просто волосы дыбом. Дескать, всю редакцию на паперть просить милостыню отправят, если агитировать против мэра не прекратят. Слезы на глаза наворачиваются от жалости за коллег-журналистов, и сердце негодованием переполняется против того, кто подпись под таким письмо поставил. А подпись стоит не чья-нибудь, а мэра Аксененко. Впору караул кричать: спасите свободную прессу от чиновничьего произвола. Однако, если прочитать абзац, приведенный чуть ниже, то негодование быстро сменяется смехом. Письмо от кровожадного мэра получено по факсу. Возможно, от мэра, возможно, от его сторонников. Добавим от себя, что, может быть, и от противников. Одним словом, опять коровьевские штучки. Осмелимся предположить, что оригинала письма никто никогда не увидит. После всего этого так хочется воскликнуть: будьте попроще, господа газетчики. Многое в ваших политических разборках звучит слишком искренне, чтобы быть правдой. А читателям дадим один полезный совет. Читая некоторые саратовские газеты, помните, искусство чтения состоит в том, чтобы знать, что пропустить. До скорых встреч с волнующей, интригующей и непредсказуемой пресс-моделью. А теперь я предлагаю вашему вниманию беседу с политтехнологом, который знает многое из того, что обычно именуется теневой стороной выборов. Нашего нынешнего собеседника можно с полным на то основанием назвать политическим стрингером.
Он принял участие во многих избирательных кампаниях. Не исключено, что он примет участие и в будущей избирательной кампании в областную думу, поэтому мы не можем показать вам сегодня его лица, ограничимся лишь скромной беседой в автомобиле и прогулкой по Саратову. Сейчас в Саратове какое-то политическое затишье. Кандидатов не видно и не слышно, мы ничего не знаем об округах. Соответствует ли это действительности? Конечно, нет. Работа ведется теми кандидатами, кто серьезно хочет идти на победу. Но она не видна для непосвященного, скажем так, избирателя. Потому что все статьи, которые сейчас идут в газетах о каких-то людях, о том, что какие они хорошие, или как действуют хорошо их фирмы, то имиджевые такие статьи. То есть они уже, что фактически началась такая кампания, да? Безусловно, они уже проплачены. Уже все это... Это избирательная кампания в действии. На округах несколько, очевидно, кандидатов, которые обладают порядка доллара на человека уже запланировано. Можно немножко подробнее рассказать, каким образом вот эта сумма прокачивается через избирательный фонд кандидата с тем, чтобы обеспечить успех на выборах? Фонд кандидата составляет 350 тысяч рублей. Так. Эти деньги, они... Ну, это законодатель так решил, что такую сумму заложить, она, считаю, очень маленькая, и, безусловно, на эти деньги не выиграет кандидат, фактически ни один, даже коммунист. Эта сумма, это фактически как бы золотой фонд, из него будут проплачиваться те вещи, которые нельзя скрыть. Это часть листок, то есть тиражи, которые необходимо показать, хотя бы там 5000 экземпляров. Они могут 50 иметь тысяч экземпляров, но 5000 они будут показывать. И самое удивительное, что это никак нельзя поймать. Избирательная комиссия не сможет поймать фактический тираж. То есть эта сумма, она будет выбрана, скорее всего, вся, безусловно, но это одна десятая может быть часть, может быть там двадцатая. Каким образом получается так, что избирательные комиссии, которые так тщательно отслеживают закон, не могут уловить кандидатов, которые тратят такие большие деньги на выборы? Кто, как будет отслеживать это? Это должна тогда правоохранительные органы отслеживать. Но правоохранительные органы занимают совсем такую позицию, что нет заявлений, нет работы. Можете привести примеры грязных технологий по опыту прошлых кампаний? Одного кандидата, я помню, такой наиболее яркий пример в Саратове. Сделали фотомонтаж и представили его лицом нетрадиционной, скажем так, ориентации сексуальной. Вот это наиболее яркий пример, конечно. Вот. Ну а другие какие-то вещи, сейчас совершенствуются они, я ничего не говорю, совершенствуются. Есть, конечно, он и наркотики там подкидывали, и тоже было такое дело там, и оружие, а потом это все как бы в тень уходило. Это грязная работа, ну интересная работа. После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел. Нам остается надеяться, что они будут честными, без подбрасывания наркотиков и патронов. Мне остается попрощаться с вами. До встречи через 2 недели. И хорошего вам настроения при любых раскладах. Наша программа приносит искренние соболезнования тем доверчивым гражданам, кто не успел положить свои кровные 20 тысяч на благотворительный алтарь всемогущей фирмы «Золотой Меркурий», располагавшейся в здании Саратовского дома знаний. Тем, кто до сих пор жаждет сказочно разбогатеть, сообщаем, что вы сможете это сделать лишь при условии, если поедете в города Липецк, Воронеж и Тамбов вслед за руководством «Меркурия». Не забудьте с собой деньги и чаще хлопайте в ладоши, господа. Вам зачтется. Да не дураком!